Добрый день, уважаемые коллеги. Подождем еще немного, буквально 2 минуты. Я попрошу спикеров поднять руку для того, чтобы мы дали спикерам возможность включать камеру и микрофон. Да. Так, одного спикера вижу. Давайте проверим микрофон, Александр. Да, добрый день, Трифонов. Отлично, Александр. И видно, и слышно. Скажите, пожалуйста, у вас предполагается с одного рабочего места подключение или будут еще спикеры со своих мест? Да, еще будут спикеры, они сейчас подключатся. Вот Павел Олегович. Хорошо, да, Павел поднял руку, сейчас мы дадим ему возможность включить камеру. Так, коллеги, добрый день. Я, к сожалению, сегодня без камеры, только звук. Меня слышно? Да, да, Павел, вас хорошо слышно, жалко, что не видно. А третий кто у нас будет? А третий у нас коллега, кого мы ждем еще? А у нас уже есть Жиганшин Рамиль. Ага. Так, давайте проверим с ним звук. Рамиль, как слышно, как видно, попробуйте тоже включить микрофон и камеру. Да, добрый вечер, коллеги. Да, отлично, вас видно и слышно, спасибо. Буквально ждем еще минутку и начнем. Мы с коллегами в чате уже обсудили новые возможности, которые дает Московское электронное образование. Конечно, у коллег появились вопросы. Надеюсь, в ходе ваших выступлений эти вопросы будут закрыты. Но если нет, тогда думаю, что в конце выступлений мы сможем эти вопросы озвучить, получить на них ответы, потому что коллег они действительно очень беспокоят. Так, для тех, кто меня не знает, меня зовут Сержант Наталья Михайловна, заведующий Центром информатизации образования информационно-методического центра Красносельского района. Рада приветствовать всех, кто к нам сегодня подключился. Для тех, кто отключится раньше или не сможет нас посмотреть, мы перешлем по почте запись вебинары для того, чтобы каждый желающий мог ознакомиться. Спасибо большое. Давайте тогда начнем. У нас передаю слово Александру. Александр? Да, добрый вечер, коллеги. Я заместитель генерального директора компании «Мобильное электронное образование» по методической работе. И в рамках своего выступления я расскажу про возможности мобильного электронного образования, про возможности, которые есть в рамках бесплатного подключения через платформу «Цифровой образовательный контент». Я запускаю демонстрацию рабочего стола. Начну, собственно, с демонстрации сайта educont.ru. Это своеобразный маркетплейс, где преподаватели, обучающиеся могут получить бесплатный доступ к мобильному электронному образованию. Здесь, в принципе, все понятно. Мы выбираем вариант подключения или для преподавателей, или для обучающихся, и нажимаем кнопочку «Получить смарт-код». Заполняем все необходимые поля. Дальше на адрес электронной почты нам приходит письмо от цифрового образовательного контента, сайт educont.ru, где мы выбираем мобильное электронное образование. Мы оказываемся на странице регистрации в МЭО. Здесь выбираем фамилию, имя, отчество, имейл и пароль. Нажимаем «Зарегистрировать пользователя». И вам приходит письмо от мобильного электронного образования со всей необходимой информацией, чтобы можно было полноценно пользоваться с логином и паролем. То есть процедура, в принципе, понятна. Думаю, здесь каких-то технических вопросов быть не должно. Значит, что вы получаете в рамках работы на цифровом образовательном контенте? Но самый большой плюс – вы получаете полный доступ к библиотеке курсов. То есть какие курсы вам нужно добавить, каждый пользователь решает самостоятельно. В принципе, можно добавить курсы с 1 по 11 класс по всем предметам школьной программы. Есть курсы подготовки к ОГЭ, к ЕГЭ, к Олимпиадам. Это первый большой блок. Про возможности контента я расскажу чуть позже. Что еще будет в версии, которую вы сможете использовать через цифровой образовательный контент? Значит, вот у нас есть система видеоконференции, но в этой сборке видеоконференции не будет. То есть организовывать какие-то онлайн-трансляции, мероприятия в безопасной и защищенной образовательной среде через цифровой образовательный контент будет невозможно.
возможно. Будет личные сообщения, платформа, то есть можно будет отправлять определенные сообщения друг другу, педагог и учитель, так как есть только две роли, то есть представители администрации, директор школы, заместитель директора, он не сможет работать в этой платформе со своими ролями, то есть получать статистическую информацию по работе, то есть формировать отчеты об успеваемости, то есть вот этой подсистемы отчеты в версии, которая размещена на платформе, цифровой образовательный контент нет. Точно так же нет возможности и работать с электронным журналом, то есть отслеживать прогресс обучающихся и выгружать соответствующую информацию для принятия каких-то управленческих решений в плане реализации образовательного процесса. То есть функционал в плане инструментов, он достаточно ограничен. Но это не касается библиотеки курсов. То есть та библиотека курсов, которая есть в мобильном электронном образовании, как я уже сказал, она в принципе доступна в полном объеме. Это курсы от 1 класса до 11. Значит, каждый курс в мобильном электронном образовании, у нас их, как вы видите, достаточно много, порядка 170 курсов доступно через цифровой образовательный контент, и они закрывают большинство предметов учебного плана, которые есть в рамках начального, основного и среднего общего образования. Ну, например, давайте посмотрим курс алгебры для 9 класса. То есть наш контент, он универсален, он может использоваться с любым учебно-методическим комплексом, который входит в ФПУ. То есть контент соответствует ГОС, то есть реализуются все три группы результатов, которые предусматривает Федеральный государственный образовательный стандарт, есть и личностные, и метапредметные, и предметные результаты, и примерное календарно-тематическое планирование, которое педагог совмещает со своей рабочей программой. А значит, сам цифровой образовательный контент находится в наших сборниках, в наших онлайн-курсах. Курсы состоят из занятий, а занятия состоят из интернет-уроков и задания к занятию. Так вот, когда мы создавали наш контент, мы ориентировались прежде всего на активные формы обучения и на формирование функциональной грамотности. То есть это наше методологическое основание построения контента. Вот, например, в курсе алгебры за 9 класс есть замечательная задание к занятию, где нужно выполнить математический квест, походить по парку, по городу и найти объекты, которые соответствуют графику квадратичной функции. Это может быть мост, это может быть фонтан. То есть вот эта вот идея, что дети применяют знания, которые они получили в школе в реальных жизненных ситуациях, с которыми они сталкиваются, содержится в огромном количестве наших заданий. Плюс сама идея квеста, сама идея активного вовлечения в образовательный процесс, она в этом задании тоже прослеживается. Также огромную роль в наших курсах играет межпредметная интеграция. То есть помимо функциональной грамотности мы показываем, а где в других предметах ученик может применить те или иные знания. Ну, например, курс химии для 11 класса. Выберем, я физику открыл, химия для 11 класса, например, химические реакции, скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. То есть обратите внимание, есть отдельные рубрики в практической плоскости, показываем, где химические реакции применяются на производстве. Дальше показываем, где применяются в быту. Есть вот рубрика межпредметная интеграция в фокусе информационно-коммуникационные технологии. Есть лабораторные работы и, соответственно, есть и записи химических экспериментов, которые мы тоже встроили в наш контент. Подготовка к ОГЭ осуществляется в рамках курсов при помощи специальных рубрик. Готовимся к ЕГЭ в 11, 10, 11 классе, готовимся к ОГЭ, к ВПР, к Олимпиадам. Также курсы содержат задания тренажеры, то есть ученик изучает материал и сразу же получает обратную связь, правильно или неправильно он выполнил задание. Какие еще есть возможности у мобильного электронного образования? Это очень актуальная тема воспитания.
и развития личности. То есть мы с вами знаем, что школы разрабатывали рабочие программы воспитания, скорее всего, разработали как единый документ, но потом были внесены изменения в закон об образовании, и казалось, что должно быть три рабочих программы воспитания по всем трем уровням общего образования, которые должны быть интегрированы, то есть быть частью основной образовательной программы. Это статья 12.1 федерального закона. Так вот, мобильное электронное образование здесь тоже дает определенные инструменты, чтобы в рамках учебной деятельности реализовывать процесс воспитания и развития личности. То есть у нас не отдельно воспитание и отдельно обучение, а это все вместе, потому что в этом как раз и смысл современного образования. Ну, например, курс литературы «Максим Горький». Здесь задание к занятию, которое посвящено созданию предвыборной программы, которая формируется на основании жизненных наблюдений Максима Горького и героев его произведений. То есть, безусловно, это и гражданское воспитание, и патриотизм, и знакомство с основами конституционного строя нашей страны. Но не только такие глобальные вещи реализуются в нашем контенте, но и работа с разными категориями обучающихся. То есть есть большое количество заданий-тренажеров, которые позволяют отрабатывать конкретные навыки. Например, курс математики в 5 классе. Задачи на проценты. Обратите внимание на содержание задачи. Это реальные жизненные ситуации, с которыми могут столкнуться 5-классники. Поход в магазин, покупка продуктов питания. И здесь при помощи однотипных заданий ученик отрабатывает навыки решения подобных задач. Потом дается алгоритм решения этой задачи при помощи таблиц, различных планов решений, аналогичных задач. И дальше опять даются задания тренажера. То есть ученик сразу же получает, правильно или неправильно, он выполнил это задание. То есть вот за задание тренажера, которое я сейчас показываю, отметка не выставляется в привычном понимании, то есть в бальном выражении здесь, правильно или неправильно выполнено задание. То есть это самопроверка, саморефлексия, формирование самостоятельности в рамках цифровой образовательной среды. И таких заданий достаточно много. То есть вот тоже какие-то жизненные ситуации, которые существуют в настоящее время. То есть наш контент как раз заточен на планомерное формирование функциональной грамотности обучающихся. Еще один важный момент – это подготовка к ОГЭ, к ЕГЭ, к Олимпиадам. Ну, первый вариант, каким образом осуществляется подготовка, я показал. То есть в рамках каждого курса, который есть в мобильном электронном образовании, у нас встроены специальные рубрики. Готовимся к ОГЭ, к Олимпиадам. Вот, например, в курсе истории для 5 класса есть рубрика по подготовке к Олимпиадам. Также рубрика «Готовимся к ВПР», где мы совмещаем виды письменности и страну. То есть это первый вариант. Планомерная подготовка без каких-то натаскиваний, в кавычках, конечно, возьмем это слово. Есть отдельные рубрики, отдельные курсы. Готовимся к ЕГЭ, готовимся к ОГЭ. То есть наши курсы соответствуют требованиям ФИПИ, мы их обновляем каждый год в соответствии с теми спецификациями, кодификатором и демоверсией, которые разрабатывает Институт педагогических измерений. То есть здесь у нас 10 вариантов, и в каждом варианте разбираются все задания в соответствии с требованиями ФИПИ. То есть дается само задание, дается теоретический материал, дается подсказка и дается разбор типового задания. Также есть аналогичные сборники по подготовке к Олимпиадам. Тоже очень важные сборники, потому что Всероссийская Олимпиада школьников – это важная часть нашей образовательной практики, нашей действительности. Победа на различных этапах Всероссийской Олимпиады школьников важна как для обучающегося, потому что это поступление в ВУЗ, дополнительные баллы. Также важна и педагогам при аттестации. То есть у нас есть сборники, в этих сборниках все задания разбиты по уровням сложности. Например, есть муниципальный этап, уровень сложности 6. Если необходимо, есть подсказка. Ну и также дается разбор этого задания. То есть можно спокойно готовить обучающих к участию во Всероссийской Олимпиаде школьников. Еще один момент, который важен и который доступен всем пользователям мобильного электронного образования через цифровой образовательный контент, это работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья. То есть у нас в курсах для 1, 2 и частично 3 класса наши курсы адаптируются
под конкретную нозологию, под конкретное заболевание. То есть я открыл математику, первый класс. Каким образом выглядят курсы? Почему эти курсы рекомендуются для работы с детьми с ОВЗ? Ну, во-первых, потому что реализуются принципы коррекционной педагогики. Четкое деление на блоки. Здесь мы размышляем. Дальше думаем и предполагаем. Дальше изучаем. Плюс достаточно короткие тексты, и все они озвучены профессиональным диктором. Есть иллюстрации, даны фрагменты мультфильмов, что тоже является одним из принципов для подготовки материалов для детей с ОВЗ. Но также мы можем выбрать одну из пяти адаптированных программ. У нас есть программы для детей с ТНР, с тяжелыми и с просто нарушениями речи, и с тяжелыми нарушениями речи. Есть две программы для детей с задержкой психического развития и адаптированная программа для детей с умственной отсталостью. Вот сейчас я выберу пятую программу, это как раз первый вариант для детей с интеллектуальными нарушениями. Смотрите, что произошло. Абзац текста преобразовался в короткие предложения. Даны наводящие вопросы. То есть как раз вот этот принцип коррекционного обучения здесь реализуется. Появились так называемые помогалки, то есть специальные элементы, которые помогают особому ребенку справиться с данным заданием. То есть этот принцип, вот эта адаптация была разработана нашими коллегами, авторами. Это Институт коррекционного образования Российской академии образования под руководством Татьяны Александровны Соловьевой. То есть как раз вот работа с этим контентом была положена в ее докторскую диссертацию. То есть подобная адаптация есть в курсах с 1 по 3 класс. И таким образом это позволяет реализовывать в том числе и инклюзивное образование, то есть в рамках класса можно работать с разными обучающимися и с ОВЗ, и с детьми из семей мигрантов, которых тоже много в настоящее время, и нужно давать им образование, которое сопоставимо по качеству с образованием обычных детей. И ресурс МЭО как раз при помощи подобных инструментов, при помощи избыточности контента, рубрик дополнительного поля, позволяет вот эту инклюзивность реализовывать в рамках реализации образовательного процесса. Также хочу сказать, что каждый курс в МЭО содержит рабочую тетрадь. То есть образовательная организация, например, может экономить бюджетные средства на приобретение бумажных рабочих тетрадей. Я открыл курс географии для 6 класса. Методология здесь, в принципе, везде понятна и одинакова, но если мы перейдем на итоговую страницу, то мы при помощи фильтра можем выбрать специальную рубрику, которая называется «Рабочая тетрадь». То есть каждый интернет-урок содержит дополнительные задания, которые находятся в специальной рубрике. Еще есть сборники заданий проектного и исследовательского характера. Они как раз предназначены для реализации активных форм обучения. То есть я уже говорил, что не просто воспроизведение информации, какие-то репродуктивные формы организации образовательного процесса, а именно проектная деятельность, именно которая позволяет формировать и функциональную грамотность, и позволяет почувствовать себя в различных профессиональных областях, то есть какие-то профессиональные пробы, взаимодействие в команде, как модно сейчас это называть, тиминг, как раз реализуется при помощи данной педагогической технологии. И мы как раз собрали отдельно задание для проектной деятельности и отдельно задание для исследовательской деятельности в рамках наших курсов, которые есть в мобильном электронном образовании. Коллеги, если кратко, то про возможности мобильного электронного образования я их обозначил, сказал, что контент достаточно интересный и разнообразный с 1 по 11 класс, но функционал, к сожалению, в рамках доступа через Иннополис, он не обладает всей полнотой, которая есть в обычной версии. Если есть вопросы, с удовольствием сейчас на них ответим. Да, скажите, пожалуйста, вот я так понимаю, что существует платная версия, существует версия бесплатная и версия, о которой вы сейчас говорили, версия от Иннополиса. Да, правильно? Наверное, две версии. Есть полноценный доступ, который осуществляется на основании договора о подключении, и доступ через Иннополис. Угу. Скажите, пожалуйста, как долго вот этот доступ через Иннополис, на какое время рассчитан этот договор?
Давайте я, наверное, подключусь, коллеги. Смотрите, данный проект от Иннополис, который имеет как раз поддержку Министерства просвещения и Министерства цифрового развития, предполагает следующее. Те пользователи, которые зайдут через Marketplace, ну, вот этот ресурс Иннополис, и зарегистрируются до 1 декабря этого года, получат доступ до 31 августа 2022. Бесплатно. Меня слышно? Да, да, слышно. Да. Спасибо большое за ответ на этот вопрос. Еще один вопрос, связанный с ОМК. Привязан ли контент МЭО к какому-то конкретному ОМК? Или он достаточно универсальный, и его возможно под себя адаптировать педагогу? Или наоборот, педагог адаптирует под ОМК МЭО свою рабочую программу? Да, спасибо за вопрос. Контент универсален. Логика здесь следующая. То есть у педагога есть рабочая программа, где есть календарно-тематическое планирование, и контент МЭО педагог встраивает свою рабочую программу в тот ОМК, по которому он работает. Еще один вопрос, связанный с организацией подключения в рамках той версии, про которую вы рассказывали. Должна ли подключаться целиком образовательная организация, или это может сделать отдельный учитель, или отдельный класс, или, может быть, даже отдельный родитель с ребенком? Ну, тогда, видимо, мы будем отвечать по очереди, кто за что отвечает. Смотрите, подключаться здесь могут все. Тут нет ограничений, и тут не обязательно должна подключаться школа, но нужно понимать, что при подключении есть только две роли. Это учитель и ученик. Угу. Если мы говорим именно при подключении через проект Иннополис. Угу. А тогда родитель с ребенком тоже в роли учителя и ученика, да, подключается? Нет, родитель, там у них не предполагается роль родителя. То есть, когда вы только ученик. Спасибо большое. Но это такие основные вопросы, которые у нас возникли на этапе предварительного знакомства. Если есть еще какая-то информация, готова передать слово. Насколько я понимаю, там предполагалось выступление Максима Леонидовича. Вот он как раз нас подключился. Да, может... добрый день. Надеюсь, меня хорошо слышно. Да, вас хорошо слышно. Да, небольшие проблемы с подключением, благодарю. Я буквально коротко продолжу то, о чем проговорил сейчас Александр Анатольевич. Сейчас попробую продемонстрировать свой экран, дай бог у меня это получится. Да. Коллеги, подскажите, видна презентация? Да, видно. Да, благодарю. Да, кроме того, что контент мобильного электронного образования, как уже было сказано выше, вы имеете возможность подключиться к нему через проект Иннополиса. Также, кроме контента, у нас есть отдельное направление по проектной деятельности в рамках сопровождения нас проекта образования. И здесь мы можем предложить определенное количество проектов в рамках тех индикативных показателей, которые ставятся как перед регионом, так и перед отдельной образовательной организацией в рамках сегодняшней системы образования и в рамках действующего у нас проекта образования. Здесь вы, безусловно, знаете о том, что проектная деятельность заходит в те показатели деятельности высших должностных лиц, которые утверждены 68-м указом президента от февраля, где мы видим необходимость работы как по цифровой зрелости, так и с различными категориями обучающихся, особенно в рамках воспитания гармоничной личности, и также в рамках уровня образования, о котором речь пойдет несколько ниже. На сегодняшний момент, благодаря контенту «Мобильное электронное образование», вы можете зайти в достаточно большое количество федеральных проектов, национального проекта образования, и в рамках каждого федерального проекта проработать определенные, скажем так, проекты, которые помогут реализовать ваши индикативные показатели по различной направленности. В первую очередь, если говорить о современной школе, о проекте «Современная школа», у вас на экране сейчас есть все те проекты, которые
вы можете реализовать благодаря сотрудничеству непосредственно с нами и на основании того контента, который на сегодняшний момент разработан. Здесь особенно хотелось бы обратить внимание на формирование оценки функциональной грамотности, потому что вы знаете, насколько это сложная ситуация, вы знаете, что в ближайшее время опять пойдет оценка функциональной грамотности. И здесь как раз контент мобильного электронного образования и наша проектная группа может вам помочь не только формированию навыков у детей к работе и к работе с цифровой образовательной средой, а также в рамках развития функциональной грамотности обучающихся. Но также наш контент при определенных манипуляциях с ним позволяет оценивать функциональную грамотность, не имея контрольно-измерительных материалов на руках. Согласитесь, это достаточно важный момент, поскольку иметь КИМы могут не все, потому что просто они достаточно дорого стоят, и не у всех есть к ним доступ. Здесь же, подключаясь к контенту мобильное электронное образование, работая с нами в рамках определенного направления, в рамках определенной дорожной карты, вы можете эффективно как развивать функциональную грамотность, так и, главное, ее оценивать, соответственно, видеть ее динамику. Кроме прочего, здесь мы говорим о работе со школами со стабильно высокими, а также со стабильно низкими результатами, где контент... Максим Леонидович, презентация не запущена. Мы видим последний слайд. Скажи. Еще раз давайте. Так, видно? Слайды переключаем. Вы ее сразу переведите в режим просмотра и тогда запускайте. Перевел. Вот сделайте сейчас, останови демонстрацию экрана для нас. Угу. Заново запускаем и сразу режим просмотра. Пробуем. Вот так хитро работает, да, система. Ну, чем-то же эта система же должна отличаться от Zoom. Я так понимаю, вот этим она от нее отличается. Так, видно, коллеги? Да. А слайды листаются? Вот теперь да. Вот пока я разговаривал сам с собой, коллеги, я дошел уже вот до этого слайда, и вам его пытался показывать. Поэтому давайте я на нем тогда остановлюсь, потому что все остальное я уже рассказал голосом. Значит, кроме того проекта, о которых я говорил, безусловно, есть возможность поработать со школами со стабильно низкими, со стабильно высокими результатами. Здесь мы оказывали поддержку некоторым школам в рамках того гранта, который был в Санкт-Петербурге по низким результатам. Некоторые школы использовали нас как одно из направлений работы в рамках низких результатов, и заявки успешно были приняты, и, соответственно, грантовые деньги были выделены. Поэтому здесь можно тоже говорить об определенной эффективности в рамках как низких результатов, так и необъективных результатов, и особенно в рамках работы со стабильно высокими образовательными результатами обучающихся, и главное, работы с высокорезультативными педагогическими работниками, которые, собственно, дают эти материалы. Ну и, кроме прочего, как мы знаем, все мы с вами должны уже давно соответствовать году среднеобщего образования, который в новом виде был введен, И уже был пересмотрен не так давно. Здесь мы даем полную локальную нормативную базу соответствия новому ВГОСу, что очень важно. И в связи с этим, опять же, используя контент мобильного электронного образования при формировании ВП, наши школы, которых мы сопровождали, которые являются региональными инновационными площадками по внедрению такого опыта, на сегодняшний день уже в большинстве своем проверен Рособорнадзором, мы знаем, что данный проект дает почти 100% гарантию в том, что школы при проверке не будут получать каких-либо предписаний на устранение нарушений. Я, коллеги, прилистаю, но, чтобы время ваше сэкономить, об этом обо всем я уже рассказал. Далее, в рамках направления по патриотическому воспитанию мы, безусловно, работаем с программами воспитания. Как вы все знаете, уже и в последней редакции ВГОС появилось такое обобщение, да, такой момент. И, собственно, в разъяснении Минпроса от июня месяца мы увидели, что рабочая программа воспитания у нас теперь не просто отдельно взятый документ, как, кстати, сделали большинство образовательных организаций в Российской Федерации, а это скелет, костяк образовательной программы, и вся образовательная программа по всем уровням образования должна строиться на основании программы воспитания. В рамках этого наш контент позволяет не только быть инструментом реализации программы воспитания, но и, собственно, помогает ее формировать, а стало быть, помогает формировать корректную ООП, которая, опять же, будет проходить проверки, отражать
собственно, суть федерального проекта «Патриотическое воспитание» – отражать правильную позицию с точки зрения ВГОСа в рамках образовательного процесса и позволять эффективно проходить проверки без соответствующих предписаний. Кроме этого, как уже говорил Александр Анатольевич, есть проект по детям с ограниченными возможностями здоровья. Здесь, безусловно, мы говорим об разработке и внедрении адаптированных программ, причем как документы, которые можно и нужно внедрять в образовательных организациях, так и непосредственно самой адаптации, которую, опять же, Александр Анатольевич демонстрировал в рамках адаптации контента к тем или иным нозологиям, что тоже достаточно важно, учитывая, что не всегда есть наглядные пособия для детей с различными нозологиями, поэтому здесь адаптация контента достаточно удобна. Кроме этого, коллеги, мы, безусловно, являясь одной из ведущих компаний в рамках цифрового образования, по сути дела, являемся основоположниками методологии цифрового образования, электронного образования Российской Федерации. Широко распространяем имеющийся у нас опыт, обучаем коллег работе в цифровой образовательной среде, обучаем коллег формированию цифровой образовательной среды. Одна из последних широко распространенных проектов, один из последних, это как раз формирование нового предметного содержания. Здесь мы говорим о том, что настолько изменилось законодательство по электронному обучению, что уже пора бы, учитывая большое количество денег, выделенное на проекты цифровая образовательная среда, выделенные на проекты в различных других сферах образовательной деятельности, каким-то образом внедрять те модели обучения, которые мы используем в рамках электронного обучения, в нашу с вами повседневную жизнь. Для этого у нас разработано отдельное направление по внедрению модели смешанного обучения в рабочие программы по всем предметным областям. Что очень важно, поскольку кроме того, что такие модели должны быть в принципе прописаны в рабочих программах, это еще элемент отчетности образовательной организации, например, за ту технику, которая была приобретена в рамках какого-то проекта. Всегда можно сказать о том, что вот мы купили определенные товаро-материальные ценности, мы обогатили мат-базу образовательной организации, и вот теперь мы внедрили модели смешанного обучения в рабочие программы по предметным областям, и, соответственно, учителя-предметники эффективно их применяют. Опыт оказался достаточно эффективным, достаточно большое количество регионов уже заходят в эту программу, собственно, мы вас приглашаем также в нее зайти. Далее, собственно, сам федеральный проект «Цифровая образовательная среда» предполагает, как современное образование в рамках дошколки основного и дополнительного образования, но здесь бы я отдельно хотел бы поговорить именно по сетевой модели системы образования, потому что она на сегодняшний момент пользуется достаточно большим спросом. Тому виной и педагогический голод, некоторые, да, кадровый голод педагогических, по педагогическим работникам образовательных организациях, либо отсутствие, например, высокорезультативных работников, которые могли бы готовить детей к Всероссийской олимпиаде школьников по всем ее этапам. И поэтому как раз проект сетевой модели региональной системы образования видится здесь именно в рамках этих трех проектов наиболее полезным для вас. Он реализуется целиком и полностью на контенте мобильного электронного образования. Соответственно, заходя на этот проект, пусть даже через необычным способом, а через проект Иннополиса, вы точно так же можете использовать наработки по данным проектам, связываясь с нашим отделом методического обеспечения и нашим проектным офисом. Собственно, коллеги, на этом у меня все. Единственное, о чем хотел сказать, это то, что все эти проекты в рамках подключения реализуются на бесплатной основе в рамках выбранного направления по образовательным организациям, либо в рамках комплекса образовательных организаций в рамках муниципального района. По всем интересующим вас вопросам вы можете обращаться к нам, к любому из тех, кто сегодня выступает. Мы с удовольствием на них ответим и расскажем поподробнее о том направлении, которое вы можете реализовать благодаря сотрудничеству с нами. Еще раз повторюсь, с учетом наличия проекта по Иннополису, вы можете заходить в те проекты, которые вы видели сейчас у себя на экране,
на бесплатной основе. Я благодарю вас, готов ответить на вопросы. Скажите, пожалуйста, какие первые шаги для учителей и учеников, которые примут решение о подключении к этой системе? Значит, если речь идет о проекте по Иннополису, я же правильно понимаю, здесь в первую очередь необходимо понимать такой момент, коллеги, это очень важно, и хочу обратить на это внимание. Иннополис считает образовательную организацию по детям, не по педагогам, а по детям. Это очень важно, потому что для того, чтобы, если мы сейчас, например, некая школа, из которой бы захотела целиком и полностью войти в проект Иннополиса, необходимо в первую очередь, сейчас у нас будет отдельный выступающий по этому вопросу, подключить, зарегистрировать учителю самого себя, это самое главное, и выбрать того поставщика, которого бы хотел выбрать данный педагог, и было бы очень отрадно, если бы этим поставщиком были бы мы. Далее, необходимо, чтобы дети, если это дети после 14 лет, то самостоятельно, если до 14 лет, то на основании решения их законных представителей, также выбрали, также зарегистрировались, это отдельная вкладка сайта Иннополиса, educon.ru, зарегистрировались точно так же, как, то есть законный представитель регистрирует себя и своего ребенка. Законному представителю приходит письмо, опять же, точно так же, как учителю, и там законный представитель тоже должен выбрать интересующего его поставщика. Как только произошла сцепка, что учитель школы, неважно, любой, номер один города Санкт-Петербурга, и ученики школы номер один города Санкт-Петербурга выбрали одного и того же поставщика, в рамках платформы мы их видим как пользователи, нам их передают, и происходит сцепка учитель-класс. И дальше учитель вместе со своим классом может данный контент использовать в своей повседневной образовательной деятельности. Здесь давайте тогда, если других вопросов кроме этого нет, а если есть, я на них отвечу чуть позже, я Рамиль Шамильевичу передам слово по поводу именно системы регистрации на Иннополисе и организационных моментов по подключению к данному проекту. Да, Максим Леонидович, спасибо. В общем-то, Александр Анатольевич вначале показал через демонстрацию экрана, как это происходит. Я, наверное, чуть-чуть еще раз это продублирую. Так, вы видите, да, коллеги? Да, да, все видно. Да, смотрите, здесь, в общем-то, сайт EduConf, он написан, в общем-то, по инструкции мы можем все вам отправить, как туда зайти. Здесь есть два момента. Это для регистрации преподавателей и обучающихся. В чем отличие? Если вы заходите в качестве преподавателя и нажимаете кнопку «Получить смарт-код», вам нужно будет заполнить свои данные. А здесь коллеги из Иннополиса делают некий маркер и идентификатор. Это ИНН. Сразу просто сообщаю вам, чтобы... были проинформированы. То есть учителя, когда регистрируются, они должны выбирать, вернее, писать свои имена. Дальше, когда вы заполняете все эти обязательные поля, тут основной маркер, опять же, это почта. То есть вы здесь заполняете свои данные, после чего данные об обучении. Данные об обучении вы просто указываете тот предмет, который вам интересен. Их может быть неограниченное количество. Потом вы нажимаете «Отправить» и, соответственно, получаете вот на тот почтовый адрес, который здесь указан, письмо от Иннополиса. В нем вы сможете перейти на того или иного поставщика. На данный момент, если говорить о самом проекте, здесь у нас участвует 7 поставщиков. Фактически, пока вы сможете получить доступ только к 4, соответственно, это мы, мобильное электронное образование, Учиру, 1РС и Новый Диск. У обучающихся процедура, в принципе, похожа, но здесь, как сказал уже Максим Леонидович, данные как бы заполняет законный представитель. ИНН здесь указывать не надо, так что основной здесь будет, опять же, некий маркер, это почта. Процедура вся та же самая, только в контакты данных обучающихся он указывает тот класс, который там его интересует. В рамках нашей платформы он получит все предметы, все онлайн-курсы по всем предметам его параллельно. В дальнейшем коллеги из Иннополиса будут дорабатывать функционал личного кабинета, который будет доступен вот на этом сайте. Видите, у меня здесь стоит, скажем так, моя фамилия, но фактически я ничего не смогу сделать. Вот к концу октября, начало ноября, в
функционал личного кабинета они обещают донастроить, через который вы сможете напрямую уже заходить к тому или иному поставщику. Поэтому при регистрации, когда вы будете указывать, независимо от того, из-под роли преподавателя или ученика, вы здесь пишете пароль, который надо будет запомнить как раз к этой учебной записи, а паролем будет являться ваша почта. Связка, как сказал Максим Леонидович, тоже будет сформирована чуть попозже, тоже к концу октября, но тем не менее регистрация, она никак не ограничивается сейчас ни по количеству, ни по, скажем так, качеству, поэтому можно в принципе, это уже делать сейчас. Если есть какие-то вопросы, то я и коллеги с удовольствием ответим. Спасибо, вопросов пока нет. Скажите, пожалуйста, вот последний, наверное, вопрос. Можете ли вы оставить какие-то свои координаты, контакты для того, чтобы с вами уже могли напрямую связаться заинтересованные школы? Да, безусловно. Павел Олегович, вы, наверное, направите, да, информацию? Так, ну, давайте без разницы. Скажите, как... Мы отправим все наши контакты, и мои, и Максима Леонидовича, если есть какие-то вопросы по проектам, и, соответственно, Александра Анатольевича. Было бы, наверное, удобно, если Наталья Сергеевна Баранова не будет против, направить через нее, а я отправлю уже по школам. Да, я направлю, все нормально. Да, отлично, спасибо, так, Наталья Сергеевна. Наталья Сергеевна, если можно... Можно короткий? Да, как раз хотела дать вам слово, потому что вы уже работаете с мобильным электронным образованием. Несколько лет, и, может быть, могли бы что-то прокомментировать с точки зрения пользователя? У меня, во-первых, такой вопрос есть. А может ли ученик и учитель выбирать как бы несколько платформ, те, которые доступны? Да, нет ограничений по количеству выбора платформ. По одному ходу, что угодно. Допустим, один предмет на одной платформе, другой предмет на другой. Ну, смотрите, в общем-то, по 1С и по новым дискам могу сказать, что там тоже они, по-моему, дают все-таки не один предмет, а когда регистрируется ученик, он указывает класс и литеру, то есть, например, 5 А, и он там формируется определенный смарт-код, который как раз дает доступ к контенту поставщиков, поэтому у нас он получит доступ ко всем предметам. И также и у других поставщиков. Здесь ограничений нет, смарт-код им формируется именно по почте и дает доступ ко всем поставщикам. Спасибо. Ну, я думаю, что, наверное, нет смысла на сегодняшний момент обсуждать преимущества, да, того или иного. Есть смысл попробовать зарегистрироваться, и конкретно уже учителя по разным предметам могут высказать уже свои определенные мнения. Так, мне кажется, что вот в плане смешанного обучения это весьма и весьма полезно для того, чтобы можно было решать вот наши образовательные задачи, используя эти контенты. Да, спасибо, Наталья Сергеевна. Обстановка эпидемиологическая непредсказуемая сейчас. Как всегда, надейся на лучшее, но готовься к худшему. Я думаю, что такой контент, такая платформа, она была бы во многом решением возможных проблем. Поэтому сейчас, перед каникулами, мне кажется, отличный шанс зайти внутрь, посмотреть и принять для себя решение об использовании дальнейшем. Спасибо большое. Если на этом все, тогда хочу всех поблагодарить за выступление, за внимание. Надеюсь, что будем совместно работать дальше. Коллеги, доброго вечера. До свидания.